Внимание, внимание! На заводе произошла забастовка. Эльфы, являющиеся рабочими завода Санта-Клауса, отказались выполнять возложенные на них функции в связи с постоянным нарушением трудового кодекса и прав эльфов. Они заблокировали центральные ворота. Зачинщики требовали справедливости, отставки управляющего директора и передачу прав и имущества под контроль рабочего класса. Данные действия повлекли сопротивление со стороны личной охраны Санта-Клауса, что и привело к массовым беспорядкам и волнениям. Данные происшествия обернулись крахом для Нового года. Митинги и протестные акции продолжаются. Некоторые эльфы были задержаны, с ними проводится работа. Сам же Санта-Клаус сбежал, ухватив свой многочисленный капитал, и в данный момент находится на Карибских островах. Придет ли к нам Новый год в этот раз? Пока ты там по акции сливаешь мани, дед с бородой уже пора финиться не. Устроить банкет, времени нет. Где-то занятой, где-то шлет всем привет. Я перебирал и перебираю праздничные письма. Happy motherfucker, yeah. От Merry Christmas, стариков, до юных мальчуганов. Что там в голове у вас, приют для тараканов? Лучший для тебя подарок в магазине скидки. На презервативы и на крепкие напитки. На ужин не селедка, а золотая рыбка. Что говорить? Где ты сам часть рынка? Ламба или гелик или черный брабус? И чтобы женщина была не как Кристина Асмус. Я все читал, да? И не повторяйте дважды. Я знаю все то, все то, что хочет каждый. Новый год к вам не придет. Новый год. По домам не пойдет борода. Новый год к вам не придет. Новый год. По домам не пойдет борода. Новый год к вам не придет. Новый год. По домам не пойдет борода. Каждый год одно и то же, люди бегают тревоженные. Магазины, подарки, сколько можно? Сколько? Не, ну я все понимаю, Новый год в дружной компании, ну да. Но никто не скажет мне спасибо за мои старания. Это вряд ли, а я для всех детей делаю подарки, вот, да, как да, раб да. На галерах, загружая в санки. Посмотри. Пластмассовые танки, куклы, палки. Наш босс красный нос, это тут Дед Мороз. Это вообще... Типа праздник ваш уютный дом он принес. Это не видя выходные, работаем на износ. Посмотри. У нашего оленя старого уже не в рост вообще. Хочется сказать, да пошел ты, красный лох. Ну-ка на карту мою зарплату сбрось. Давай. И давай, лоха, деда, все, пока, адьёс. Все, алло. Новый год, новый топ, новый шмот, новый ход, оп, новый поворот. Новогодний год, стоп, по щеке шлем. В этот год ВК уработаю тебя спинка. Майки, Рисман, ваш весь год мы пашем, чтобы твой папаша подарил тебе PlayStation. Да, я просто сбешен, наш старый, небогатый, бородатый шеф. Слишком добренький в душе, тоже хочет ездить на Порше. Пока ты чешешь гениталии, мы делаем радио. Детали для твоей консоли, на, посмотри на мои мозоли. Сколько стоит купить сейчас здоровье, а? Все, больше нету сил, ты меня взбесил. Беги, Форест Гамп, беги, надевай скороходы, сапоги. Как Чиполаху сейчас ноги, ты меня не слеп. Беги, Форест Гамп, беги, беги. Новый год к вам не придет. Новый год. По домам не пойдет борода. Новый год к вам не придет. Новый год. По домам не пойдет борода. Новый год к вам не придет. Новый год. По домам не пойдет борода.